Всем привет, друзья! Мы сегодня вышли на прогулку небольшую. Сегодня 14 февраля, и мы не знали, куда нам пойти, куда податься. В парке идти довольно-таки жарко, и мы решили пойти на прогулку в молл. Возможно, пострелять в тире, да? Здесь мы уже с вами были, в этом молле, но здесь, конечно, кое-что изменилось. А может, кто-то еще не видел. Так что покажем вам еще раз. Посмотрите, какой он красивый снаружи. Дживен говорит, что ненавидит этого клоуна. Ты что, это сняла? Нет, не сняла. Сейчас снимаю. Почему ты клоунов не любишь? Они странные. Понятно. Ну, бывают и веселые. Итак, вот это называется Траванкур Молл. И вот, видите, вот это вот, это живые растения полностью, стена. Ну, мы потом подойдем поближе. Пока что вот так вам покажу. И давайте прогуляемся к фонтанам. Здесь работают фонтаны сейчас. Смотрите, вот здесь бамбук красивый, такой натуральный. Видишь, какой клоун востребованный? Все с ним хотят сфотографироваться. Да, только мы встали, сразу вон. Уже пришли с клоуном фоточки делать. Вот такие вот здесь фонтанчики есть небольшие. Здесь еще огоньки красивые, вот видно подсветка. И ночью красиво очень. Такой вот наш молл. А это похоже на штуки, как будто фермеры, которые используют. Фонтаны похожи, говорит, на штуки, которые фермеры используют. Это ты имеешь в виду не фермеры, а те, которые газоны поливают, да? Ну да. Да, крутящиеся фонтаны. Ну, давай здесь прогуляемся. Ну, вообще-то уже не жарко. Можно было и в парк пойти. Нет, в молле веселее. Понятно. Вот такие вот здесь деревья красивые. Тоже вот это вот все полностью. Вот это вот живые растения. Их поливают здесь. Давай подойдем, пожалуйста, поближе. Я показать хочу стену из растений. Мне кажется, ее уже пора постричь. Ее еще пора сделать длиннее. Вот такая вот здесь вот красота. Это как у Ваньки вторая. Ну, ваньки искусственные, это живое. Красиво очень, необычно. Вот видите, все разное здесь. Вот такие синенькие какие-то красивенькие есть. Вот там внизу камушки такие красивые тоже насыпаны. Кто-то листок оборвал, может, сам упал. Ну, положи, а то сейчас подумают, что ты оборвал. Кофе Дэй закрыт, по-моему. Здесь вкусный очень кофе. В Индии вкусный кофе где-то найти — это большая редкость. В основном индийцы не кофеманы и пьют кофе слабенький-слабенький с молоком, сладкий-сладкий. То есть чай пьют очень крепкий, а кофе слабый. Угу. И здесь еще вот мороженое из Макдональдса. Вон наш папа уже пришел. Мы
По традиции это мороженое обычно здесь кушаем. Ну, тропы какой-то. Роллы там, видишь, написано. Ролл. Мороженое. Я не хочу мороженое. Я хочу. Я знаю, что ты хочешь, а я не хочу. Жалко, что кофе закрыт. Я бы кофе попила. Хотя уже сегодня две кружки дома выпил. Маску сними. Нравится? Ты маску пониже опусти. Так, запачкаешь. Пойдем? Тихо, хотите. И вот здесь у нас открыли уже детские игровые зоны. Они были закрыты, мы даже не знали. Так что это для нас сюрприз. Я не знаю, куда они делись, что они хотят. Вроде они чай хотели пить. Я поняла, они решили пойти пострелять. Конечно, приятный сюрприз, что открыты вот эти детские игровые зоны. И еще сегодня в газете прочитали, что школы у нас скоро откроют уже. Так что готовимся. Боже, кинотеатры открыли? Ой, кинотеатры уже даже пооткрывали. Вот это здорово. Мы в кино не были уже еще с начала этого пандемии, то есть года два уже точно не были. Ну как-то сходим. Сегодня не планировали мы на кино идти. Здесь вот парикмахерская есть или салон красоты. Такая вот красивая. У меня есть свой любимый дядя, который стрижет. Тут найти такого, чтобы угодил, конечно же, непросто. Я поэтому только к одному сейчас хожу. Давай, удачи. Плечо упираю. Угу. Сколько здесь оружия, здесь можно из лука пострелять. Кстати, я ни разу не пробовала в жизни. И вон всякие ружья, воздушечки. И пистолетики там тоже есть. Лето попробую. Что-то из винтовки не получается. Попал? Молодец. Пусто в моле нашем. И как-то они вообще не подготовились ко Дню Святого Валентина. Вы видите, ничего не украсили. Вроде украшали в прошлом году. Ну, конечно, приятный сюрприз, что открыты кинотеатры и игровая зона для детей. Чаечек. Здесь без сахара. Спасибо. Не без сахара. Знаете. А это что, ему что-то другое захотел? Да. Чикен спринг. Они куриные. А. Он захотел сделать. Захотел такой. Понятно. Ну, смачного. Спасибо. Да, Жирин всегда с этой артистки смеется. Красивая тетя. Карина Капур.
общем, друзья, что-то нам здесь скучно стало. И мы сейчас поедем еще в другой молл погуляем. Я надеюсь, хоть там что-то ко дню Святого Валентина красивое будет. Вот так, чуть не упал, засмотрелся. Ну и хорошо. Что хорошо? Что не упал, хорошо. Что упал? Мы переместились в Лулу молл. Смотрю, что здесь очень много людей. Вот посмотрите, парковка практически забита. Смотрите, какая здесь есть услуга. Прямо на парковке вам могут помыть машину. Вот такая вот небольшая передвижная автомойка. Пока вы развлекаетесь. Вашу коняжечку помоют. И здесь, когда паркуетесь, надо обязательно запомнить номер парковки, потому что можно просто потом не найти свою машину. Парковка очень большая, и это первый этаж, а есть еще многоуровневая рядом достроенная. Пока что парковка первые два месяца со дня открытия молла бесплатная. Уже скоро эта лафа закончится. Вот здесь вот красота такая, моля. Вот. Ух ты! Ну, конечно, Валентина. Ну, мне мой дорогой подарил телефон на Валентина. А я ему подарила... У нас завтра еще большой праздник. Общий, семейный. Завтра день рождения у Дживина. Это наш самый лучший подарок друг другу, да? Который мы сделали. Это искусственные цветы. Так, пойдем посмотрим. Да, вот всякие эти штучки с сердечками. Печеньки. А, сейчас мы обойдем, посмотрим. Так что здесь вот все украсили сердцами. Все как положено. А в том молле мало людей, поэтому они не украшают. А потом я вам еще на улице покажу, какая красота здесь вечером. Вот такая вот здесь красотень. Вот смотрите. Красная дорожка ведет к сердцам влюбленных. У нас парни в обнимку ходят, это нормально, друзья. Это не значит, что они другого цвета. Это у нас все нормально. Здесь продают всякие подарки, сувениры. Парфюмерия. Так. Шоколад. Тоже шоколад. Игрушки. Да, вот сколько здесь людей. Ой, какие там красивые сари, друзья. Смотрите, футболки ко дню Святого Валентина, да. Постельки. Полотенца вон лебедями сложили. Вот, вот так вот. А цветочки пластиковые. Цветочки искусственные, но... Пойдемте посмотрим на красоту вблизи. Посмотрите, как все блестит. Мама дорогая. Это прям что-то царское такое. Смотрите, сколько всяких камушков здесь. Вот сколько здесь камней, все как переливается, все. Да, вот здесь и цена есть.
А здесь живые цветочки есть. Красота. И в горшочках есть. Это гладиолус, это пластиковый. Нет, это пластиковый. По-моему, вот живые только вот. Да, вот розы живые. И вон гладиолусы живые тоже стоят. Не сильно, конечно, пользуются спросом живые цветы здесь на праздник. Мне кажется, больше здесь все-таки одежду и сладости дарят. Вот так вот. И вот такую вот фотозону здесь сделали. И посмотрите, вон мужчина подарил своей девушке цветочек. Так что здесь цветочки тоже дарят. Ой, там еще маленькая есть, я не заметила. Какая хорошенькая. Посмотрите, как здесь красиво вечером фонтаны работают. Смотрите, как здесь украсили магазин красиво. Вот из живых цветов, это из живых лепестков, вот выложили надпись Happy Valentine's Day. Смотрите, какая красотень. А это финики вон. Финики, цветы, и вот тоже. Это все живые цветочки. Какая вот красота. Сейчас пойду своих искать. Они пошли покупать, кушать. И вот хотела вам показать, что здесь вот готово можно кушать, купить. Я, конечно, все за раз не могу показать. Поэтому сегодня вот покажу готовую еду. В общем, здесь вы можете себе набрать салат любой. Смотрите. Вот, прям фруктовый салат вы себе можете набирать, сколько хотите. Ну, на вес, разумеется, да. Ух ты, панипури. Ничего себе. И вот здесь вот есть овощные салаты. В основном мужчины тут тусуются. Наверное, закуску покупают. Оливье, наверное, рашен салат.
паста вот. Ну, в общем, такое всякое. Вот. 200 рупий стоит килограмм овощного салата. Вот. И вот то, куда мы шли. Вот. Здесь вот много всяких вкусняшек продается. Очень-очень вкусных. Всякие пакоры. В общем, сама не знаю, что тут. Смотрите, котлетки есть. Вон они какие-то палочки покупают. А моих любимых сырных палочек нету, я так поняла. Очень вкусные были сырные палочки здесь. Смотрите, какие-то роллы. А, наверное, мои сырные палочки в вегетарианском отделе. А это отдел не вегетарианский. Так, здесь у нас хлеб. Сейчас посмотрим на хлеб. Вот здесь всякие лепешки продаются готовые. И чапати, и роти, и кубус, и цельнозерновые, и из белой муки, в общем, с какой хотите. Это порота полуготовая. Это я не знаю, что какие-то слоеные штучки. Вот это вот чапати полуготовые. Видите, мы такие покупаем сейчас. Они 10 дней могут храниться в холодильнике. Вот, вот их просто пожарить, там лепешечки уже готовые. Так, круассаны. Давайте я вам хлеб покажу, не показывала. Вот, для нас это экзотика, смотрите. Какой-то на черный похож. Мультигрейн. Ой, какой интересный, с семечками, прям не могу. Наверное, надо купить, попробовать. 70 рупий, это недорого. В прошлый раз какой-то был похожий. Там за 200 рупий было три кусочка. Ну, здесь всякие уже печеньки пошли. Да, мы пойдемте посмотрим, что там кушать готовое продается. Кеш у меня опять на телефоне. Самоса, панджаби самоса, очень вкусная, мне нравится. Качури ни разу не пробовала, не знаю, что это такое. Смотрите, грибные котлеты, ничего себе. Грибные. Бонда, здесь там картошка в тесте, в общем. Такое это... Нет, нет, свит бонда, я знаю, у нас такой неопам называется. Так, а здесь... Здесь, я так понимаю, вегетарианская. Вот, панир паратта. Овощи жареные в тандуре. Котлетки из картошки с бурячком. Котлетки со сладкой картошки. Картошечка жареная в тандуре. Мумошечки. Мумошечки это. Так, вот мумошечки. Мумошечки это очень интересно. Мы мумошечки любим. Давай дальше. Так. Вот вы видите, риса всякого куча разный. Лимонный рис. Нудлс. Боби манчжуриан. Это цветная капуста. Панир жареный. Это не написано, что. Дальше. Жареные овощи, все жареное, жареное, жареное. Кошмар, вот это вижу, макарошки. Вот это, наверное, цветная капуста, вот это вот похоже. В общем, конечно, мне очень жалко, но нету моих этих любимых. А вот фрайд-райс еще вот таких огромных этих вот продают. И вот еще какой-то рис. Бириани овощные, да? Овощные бириани. И вот здесь вот куча всяких фарей вегетарианских. Вот, здесь людей много стоит. Чили панир карри. Смотрите,
дал. Чанна масала — это горох, вот этот, ну, турецкий горошек, грибы. Это все цена вот за 500 грамм, да, за 500 грамм везде цена написана. Так, это я не знаю, что такое, ну, похоже на какой-то огромный бутер. Ну, какой-то кусок теста с сыром и с овощами. Да, что-то вроде пиццы. Вот здесь тоже пицца. Вот это что такое? Красненькое. Почиди. А, это такой буряк с сыром. Так, это панир. Это вкусно очень, этот панир тика. Я такой в аэрогриле дома готовила. Панир маринует, а потом как шашлыки жарят. Это у нас был вегетарианский отдел. И вот это вот не вегетарианский. Смотрите, вот здесь жареная рыбка. 325 рупий, 500 грамм. Это тоже рыбная карри. Вот это тоже рыба. Посмотрите, какое все красное. Острое и вкуснющее. Ну, я вам скажу, что здесь, конечно, больше всего народа, вот, прям не пройти, не проехать. Видите, вот это вот non-veg. Сколько здесь людей. А вон, друзья, veg. Там поменьше. Где-то я своих опять потеряла. В общем, вкусно здесь готовят, вкусная еда. Мы покупали и рыбу здесь пробовали. Ну, разную еду, и вегетарианскую, и не вегетарианскую. Вообще все вкусно. Ага, мои пошли, по-моему, курочку-гриль покупать. Здесь тоже есть рецепты разные. Острые, перченые. В общем, не просто курица-гриль там какая-то. Вот сколько тут всяких штучек. Посмотрите, что-то черное с черным перцем. Вот с лимоном. Малабар спайси. Малабар — это по-керенски. А тут что? Green pepper с зеленым перцем. Такого я еще не пробовала. Вот, 360 рупий стоит одна курочка. Ну, выглядит аппетитно. Вот тут вот их и жарят прямо. А вот в этой печке, наверное, лепешечки делают. Пиццу делают, это сожгите. В этой печке здесь готовят пиццу. Здорово. А это что? А, это такая курочка, как мы называем KFC. Хрустящие корочки. А здесь и рыбка есть, хрустящие панировочки. Наверное, вкусно очень. Вот так вот. Крылышки. Ну, странно. Вообще-то в Индии крылышки как-то не очень любят, потому что здесь курицу в основном без шкурки кушают. А здесь полуфабрикаты, пицца. В принципе, тоже недорого. 250 вот за такую огромную пиццу, да? Смотрите, пицца в форме сердца с клубникой. Да, написано berry, ягодная пицца. Ну чего, это как пирог просто. Фу. Не пробовала, фукаешь, нельзя так. Надо сперва попробовать. Тогда купи, попробую. Ну, мы же курицу уже покупаем. А здесь сладости, вот ляду, барфи. Барфи, ляду, находился сегодня. У меня тоже болят. Ну, куда ты уже в холодильник лез? Ну, вот здесь вот у нас вот такая вот готовая еда продается. Она здесь намного дешевле, чем в ресторанах. И очень вкусная, всегда свежая. Вот так. Друзья, мы уже устали. Отправляемся мы домой. Будем праздновать праздник. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. До новых встреч!